Дорогие мои друзья, приветствую вас на моем канале. Хочу поделиться с вами немножко, как я сделаю сегодня виноградный сок. Сок я буду замораживать. Зимой я буду делать, когда у меня будут орехи, я буду делать чучелу. Я сейчас вот это все дело, сок сделаю. Я вот так все про сок выжимать сюда, косточки пойдут у меня сюда. Я приготовила вот уже виноградные, виноград уже почистили мы, эти у меня еще пока на кисточках. Я разберусь с этим и потом продвинусь вперед. Вот этот сок я буду все переливать в пол-литровые бутылочки, замораживать до зимы. Зимой уже у меня скоро орехи уже спеют на моем дереве ореховом. Я буду очищать орехи, готовить. И где-то к зиме, к Новому году я сделаю чучхелу. Сейчас сезон винограда. Нам надо запастись. Может быть, я даже и сделаю из этого сока. Сварю с сахаром и сделаю щербет. Может быть, так даже будет лучше. Вот так мы заполнили сюда полную эту нашу механи. Включаем мы кнопочку. Начинаем. Выкачивать наш сок. Итак, мы будем продвигаться вперед и вперед, пока мы не выжмем весь наш виноград. Вот я хотела вот это вам все показать, маленькое видео заснять, как я выжимаю сок. Такое хорошее устройство, это механи. Это я покупала в немецком магазине. Один раз купила первую, поработала у меня немножко, я гранаты делала. И он у меня почему-то испортился. И вы знаете, я поехала в этот магазин, сказала, что у меня мое устройство испортилось, не работает. Они мне сказали, дай мы тебе через некоторое время пришлем новый. И когда пришел новое это устройство, мне позвонили, сказали, идите заберите. Вот представляете, да, и я вот этот у меня уже сколько лет, думаю, что будет держаться. Вот так потихонечку мы продвигаемся. Так удобно. Ну вот, мои друзья. Что-то не выходит. Наверное, должно остановиться. Что-то там заклинило. Ага, все. Надо, значит, ждать, пока оно совершенно остановится, потом снимать эту. Ну вот, мои друзья, поделилась я вот с вами вот такой маленькой, вот такой у меня еще виноград. Сегодня я вечером к друзьям пойду еще соберу. Да, она ничего не делает, будет уезжать в Германию. Говорит, иди собирай. У меня тоже мой виноград был, я уже сделала. Залила в бутылочки. Ну вот, друзья мои, таким вот я обзорчиком хотела сегодня с вами поделиться. Показать, как я отжимаю мой сок. Варить я его не буду. Я, как уже сказала предварительно, я буду заполнять пол-литровые бутылочки. И эти бутылочки буду складывать в морозилку. Ну и зимой буду делать из него чучхель. Если кто-то захочет из моих выпить виноградный сок, я достану, разморожу. И, пожалуйста, пускай пьет. Ну вот, мои друзья. Давайте я вам еще разочек покажу, как мое устройство работает.
Это я хочу немножечко еще промыть, потому что там косточки вышли. Вот на такой красоте, на такой ноте я с вами попрощаюсь. Кому понравилось мое видео, ставьте мне класс, подписывайтесь на мой канал. Сегодня вот таким обзорчиком я с вами делюсь. На этом я с вами прощаюсь. До нового видео. Всем, друзья, моим пока-пока. Пишите комментарии. Делитесь вашим мнением. Ну вот как-то так. Всем пока-пока.